дело Нади Савченко. Госпожа Савченко является членом Верховной Рады и украинской делегации в парламентской ассамблее на сессии 2015 года. Она находится в заключении в Российской Федерации с июня 2014 года. Бюро Ассамблеи попросило комитет по правилам процедуры сделать заключение о статусе госпожи Савченко в том, что касается иммунитета в рамках Совета Европы, в частности, как госпожа Савченко может воспользоваться правом на защиту в рамках общего соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и протокола. Принцип парламентского неприкосновенности и иммунитета в строгом смысле признан в общем соглашении о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, который защищает любого парламентария от ареста, задержания или преследования без согласия парламента, к которому она принадлежит, и парламентской ассамблеи. Госпожа Савченко пользуется парламентским иммунитетом парламентской ассамблеи. Этот иммунитет имеет абсолютный характер, поскольку он основан на международном праве. Парламентский иммунитет члена ассамблеи может быть отозван, прежде чем будет ограничена его или ее свобода. Это вступает в действие с ратификацией с момента подтверждения полномочий госпожи Савченко. Она не могла стать объектом любых криминальных уголовных преследований до окончания ее срока действия. Поэтому комиссия решила, что это решение должно быть отражено в проекте резолюции и утвердила поправки с требованием российским органам выполнять свои обязательства в рамках международного права и соглашения о привилегиях и иммунитете Совета Европы.